Что делает лифт на крыше? Куда подниматься можно с крыши? Лифт на крышу, может, надо сделать? Ну, типа, наверное, да, предполагалось так. Но... Смотри, я... Твою мать! Если хочешь от души поржать, то заходи на канал Крепыш. Кевин, твою мать! Ты где купил такой хороший лифчик? Парень делает нарезки смешных моментов из самых разных игр. Мужик, прости, тебе хоть 84, но в жизни надо попробовать все. Я тебе в задницу это воткну. Все, лети, мужик. Расскажешь, как оно там. Заходи. Ссылка в описании. Полезли назад. Военком пришел! Всем утюг, с вами Глюк и Сорз. Где? Сорс, не знаю, где ты здесь был. А, надо просто третьего лица камеру. Да, есть. Всем привет. Короче, ребят, добро пожаловать в Скрэп-механик. Мы сегодня распаковываем ваши посылочки, что вы там присылаете. Чаще всего какую-нибудь лабуду, но бывают, знаешь, и хорошие всякие построечки. Вот смотри, вот, например, вот первая построечка. Это вертолет. Да. Вот разбирайся с ним. Сможешь на нем ровно летать? Вопрос. Боже, мне страшно уже. Слушай, нормально, стабильно летает. Да. Понимаешь, что так как у нас все началось. Просто удар кувалдой по хвосту. Ничего, он сейчас выровняется. Слушай, ну он очень стабильный. Знаешь, что работает реально на реальном принципе вертолета? Единственное, что этот, вместо крыльев трастеры. Это одни из первых вертолетов так раньше строили, я помню когда-то. Так, какой же он шумный. Ну-ка, кстати, я сейчас тоже попробую. Он поворачивает только за счет трастера. То есть только, ну, не совсем вертолетное управление, я бы сказал. Но за ванильность идеи. То есть это было, я не знаю, по-моему, еще в версии 027 такие вертолетики я встречал уже. То есть, блин, прям ностальжия так захватила, прям, знаешь, пуф. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не могу развернуться. Давай в воздухе сделаем корабль, ну, друг в друга врежемся. Бараблегружение. Бараблегружение, да. А зачем здесь Wi-Fi роутер? Вы с ними, дураку. Дрын! И смотри, все равно я лечу. Слушай, стабильная дичь, а? Ну, как стабильно? Ну, сейчас у меня стабильно падает, но с одинаковым углом. Ну да, ну, кстати, блин, все равно интересная штука получилась-то. Да. А все в простоте использования вот этой штуки. Видишь, там свободно, ну, весь ротор свободно себя ведет. Ну, это по идее просто гироскоп, по факту. Ну, даже не да, ну, по сути, гироскоп по сути, сделанный да. Вот просто как бы по тяжести, да? То есть оно внизу идет. Типа оно всегда тянется вниз. Да. То есть простая такая вот штучка. Вот я такое использовал, чтобы корабль у себя стабилизировать. Просто грузик вниз. Да падай ты уже! Падаю! Подожди. Пытаюсь. Идеальное приземление. Все. Я приземлился. Все хорошо. Отлично. Он пытается. Ты ни разу не попал. Вот просто ни разу по мне не попал. Ладно, давайте смотреть что-нибудь по, как бы еще поинтереснее, я бы сказал. Потому что таких Это пока что number one. Ну, блин, прикольно с инженерной точки зрения, а так не очень. Кстати, не все у нас построечки спаунятся, и это прям беда теперь. Короче, у нас очень много построек теперь не спаунятся. Домик. С таймером. О, не-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 не. Блин. Не ходи туда, чувак, не ходи. Это неправильный дом. Вообще, фу, ребят, такое делать. Не, я такой знаю, не знаю, что как бы в некоторых фильмах показывали, что в Амстердаме такие дома есть, но я туда не хочу ходить. Мы не в Амстердаме, знаете. Так, Глюк, подожди. Что? У нас комиссия по обнаружению писюнов, так что отойди. Мы проверяем, или есть здесь писюны. Нет, можете смотреть. Специалист по наличию писюнов проверяет. Так, ладно, хорошо. Что это такое? Ну, мне кажется, что это какой-то тра... Ты думаешь? Это глюкоезд.
Что? Да, кайфово вообще. А там 4 кнопки есть на нем? Нет, только одна. Но, блин, это дисбалансированная дичь какая-то. То есть, ну просто вот у него, чтобы ты понимал, даже внизу вот эта штука, которая вращается, она неровно вращается. Знаю, я вижу. Знаешь, наверное, глюк это никому, это принцип работы. Принцип работы этой штуки это глюк. Я вообще не понял смысла, честно говоря, вот в этом. Оно даже вращается неровно. Ну ладно, я сел, у меня такой себе смысл. Надеюсь, следующий подарок будет поинтереснее. Пока что на номер 2 в сегодняшнем списке подарков. Потому что всего было 2 подарка. Ну да, как бы мне обидно. Чувак, вот я топ-2 постройка. Окей. А здесь нет писюнов. А тут, кстати, вот что-то там, вот картиночки. Тут галюк, значит, написано. Тут, знаешь, моя харь. О, кстати, прикольно. Смотри, тут что написано. Лайк. Лево. Да, лайкос. Не, а от пиксель-арт это да. Пиксель-арт прикольный, прям мне понравился. За пиксель-арт можно и лайкануть, однако. Ну, короче, это твоя, вот давай, вот ты открываешь, это вот тебе подарок. Подарок от моих подписчиков. Я. О, смотри. Классика, взрывающаяся коробочка. Муа, персик, не захламляет мир. Смотри. Да. Не, там вон куски есть, остались. Нечистая работа. Пожалели динамитика, пожалели. Пожалели, не доклали. Я отцепил. Так. О, тут тебе, два места. Тебе управлять двумя кнопками, так что будет. Давай, садись. А, ты этот. Я могу вот эту вот поворачивать. Блин, оно еще на включателях. Пил, 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 пил. Думаешь, человек сам его сделал? А, ну управление ВАСД. Не знаю, или сам, но ВАСД управление есть. Как моделька, в принципе... А, слушай, вверх-вниз, смотри, еще ездит. Да. Дрыц, жалко, дрыц. Что не стреляет. Или у тебя кнопка есть? Не, не стреляет. Подожди. Ну, это, кстати, странно, что не стреляет. Ну, он, видишь, он, типа, наверное, ванильный делал, потому что здесь вообще ничего, по-моему, из модов нет. По-моему, да. Кстати, подожди секундочку. Тиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу. Я сейчас. Чего сейчас? Иди. Да ты куда? Верни. Вернул. Нам нужна кнопочка. Ща. Че, проблема, что ли, кнопочку найти? Так, давай я тебе вот сюда возле головы, чтобы потом головой такой влево. Давай. На! И вот это вот. И соедини с креслицем. Изи. Работает. Пау. Фига артиллерия у нас прям. Подожди, постой на месте. Вот сейчас просто, типа, самая нижняя точка. Ой, слушай. Близко. Ну, правда, немножко набалдашник большой. Это, наверное, лучше было бы Canon Spark использовать. Слушай, прикольно на самом деле, потому что, ну, типа, это реально можно использовать как артиллерию гребаную. Да, смотри. Мне вот это вот ВСД управление пушкой вообще прям заходит. И оно, походу, на двигателях сделано вообще. То есть, как бы, двигателем управляется, по сути. Бау. Подожди, а есть что-то большое? Давай разнеси вот эту штуку, пожалуйста, спереди. Ладно, хорошо уговорил. Что-то ты... косишь. Блин! Лови ее, лови, давай, поехали! Вали по ней! Блин, не попадаю. А еще кто-то ездит криво. Да что ты, зачем ее таранить-то, ну? В танках, если мало хп, то можно дотаранить. Так, я не поворачиваю. Я же пытаюсь навестись. А, у тебя повороты там на повороты... Ну, есть, да, повороты на повороты, но... Давай. Да, кажется, я ее слишком сломал, эту давай штуку. Еще раз. А он не попадает. Почему? А еще? Еще? А, тут кулдаун есть на пушке, я понял. О, попал. Да. Блон отлично. Мёд. Можем собирать мясо. Есть пробитие. Гусеница повреждена. Так, ну, в принципе, да, ну, ничёшно так. Ну, вот, если бы доделывать не надо было бы топ-1, а так топ-2 сегодняшнего дня. Экипаж получил как-то повреждение, что-то говорит. Водитель оглушён. Да-да-да. Скорость движения. Снижена, да? Да, снижена. О! Слушай, а давай вот этих, которые писюны шлют в лист позора записывать. Это нужно еще отдельный лист позора заводить для вот этого всего. Зачем он, блядь?
Смотри. Всё, привет, Глю. Боль, страдания, боль. Подожди, сейчас исправлю все. Привет, Гюк. Ты Гюк. Гюк? Гюктер. Серьезно? Есть имя Гюнтер, а ты Гюктер. Ладно, я Гюктер. У тебя Л неправильно написано. Привет, Гюк. Гюк. Гюк, здрасте. В смысле Гюк? А там еще сверху что-то написано. Ше. Лифт на крыше. На крыше одним словом. С переносом на другую стену. Что за раскраска? Посмотри, это конец предложения. Это начало предложения. Лифт на крыше. Что? Лифт на крыше. А мне-то как? В смысле, на крышу, наверное, или на крыше? Что делает лифт на крыше? Куда подниматься можно с крыши? Лифт на крышу, может, надо сделать. Ну, типа, наверное, да, предполагалось так. Смотри, я обнаружил здесь летающий дирижабль. Где? Скорую помощь. Отлично. Непонятного робота-трансформера на колесах. Непонятную машинку. И машинку. Знаешь, я вот как-то глядя на дирижабль эту коробку, уже понимаю, что все эти постройки явно не от этого автора. Типа. Ну, дирижабль. Давай дирижабль посмотрим. Дирижабль мне действительно интересно. Остальное все какая-то дичь страшная. Жаридебель. Его еще и открепил. А, нет, ты открепил. Молодец. Идеально просто. Идеально сделал маневр. Он зацепился за этот, я не виноват. Ладно, хорошо, давай я попробую. Подожди, а что здесь еще есть? Ну, скорая помощь это просто. Там что-то еще какая-то летающая хрень вот посередине была тоже. Ну, типа интересненькая, да, возможно. Да, да, вот. На трубе. Это твой, это ты, посмотри. Так, а что? Таким... А, ну то есть и она вот так вот спавнится, да? Отлично. А блин, почему? Просто, ее просто приварить надо нормально. Ладно, я попытаюсь. Что, блин? Я полетел, наверное, или нет? Не знаю. Это полет? Это небо? Скажем так, дирижабль, походу. А я тебе скажу, что эта штука тоже не лучше. Она лучше летает в землю, чем вообще хоть как-нибудь. Хочешь, я одним движением руки с помощью модпака улучшу этот дирижабль? Давай. Потому что я не понимаю, что ты... Ну отлично, без меня ты, значит, летаешь, да? Ну и пердуй отсюда. Все, мне не нравится этот самолет. О, ну, ты все. Реально полетел. Я уже улучшил дерево. Ты гравитацию отрубил, да? Только на постройке. Ну вот, вот, вот это я понимаю, ну. И то он чересчур в нос как бы... Дышать. Сейчас сбалансирую, подожди. У него... А как он вперед лететь должен? Все, видишь, стабильность. Да, хорошая стабильность. Кстати, смотри, видишь? Я висю. Ну да. Ты мудак! Ты все еще висишь? У меня же гравитационный модуль включен. Он все еще работает. Да. Ну нормально, все хорошо. Смотри, вот реально, не надо было париться. Включи модпак, поставь антиграв и все. Глюк нормально летает. Глюк? Ну, ты мог почему бы... глюк? Ты мог бы нормально летать, если бы ты на нем летал. Ну да, все, он уползает. Мне не нравится эта постройка, это дичь какая-то. Человек не свое выложил, выдает типа за свое и... Ну не похож, коробка. Это просто как... хлам на самом деле. Смотри, это матрасный ящик. Они не мягкие. Фу. Да, бетонные на самом деле. Ой-ой-ой. Что я сделал? Там что-то стрельнуло. А, надо было красное удалить. А нахрена? Не знаю. Ну просто красные всегда удаляют. Ну ладно, окей. Подожди, это лагучая фигня. Ты думаешь? Что? 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 Слови меня на лифт, пожалуйста. Тут. Слови меня. Подожди, пытаюсь.
В смысле, садись. Это из вот этого, а не каждый кубик разборный. Твою мать. Чисто как лагучая херновина, это прикольно. Ну вообще да, вообще неплохо. То есть просто как... Смотри, оно... Оно хочет тебя собрать в коробочку? Я не выключал ее сейчас. То есть она продолжает работать. Она сломалась. Она сломалась. Кажется, я ее сломал, и она остановилась. Она ровно идеально, хотя она включена. Что? А подожди, а там на цикл включен контроллер или нет? Чувак, подожди. А. Все. На контроллере надо было на цикл включить, а просто он исполнил программу и выключился. Ну ладно. Я не включил, тебя сейчас будет неровно кривить. Как бы. Ладно, хорошо. Я знаю, как еще вот улучшить. Садись. Изи. Ну. Посмотрим, сколько ты продержишься. Ну, ужми. У меня камера не рогает. Недолго. Вообще недолго получилось. Вообще изи. Вау! Что это было сейчас? У меня тоже какая-то лагающая тень пролетела. Какая-то хрень, да, пролетела страшная. Word Cleaner нам в помощь. Во, смотри, я не знаю, что это такое. Разбирайся с этим говном сам. Здесь Minecraft блок, причем он отдельно. По-моему, можно пока что первую часть поставить на лифт? А то у меня все сломается нафиг. Вау. 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 Подожди, Minecraft блок я пока что ставлю, чтобы оно не лагало. Вау. О, это коронавирусное это, от убежища. Да, так и есть. Оставайся там, Сорс. Спасайся от коронавируса, я спасу тебя, друг. Я цибулю ем, мне посрать. Ты уничтожил годовой запас туалетной бумаги. Полудурок, как тебе не... Просрал бумагу, и что? Просрал бумагу. Просрал бумагу. Давай, открывай. Ой, что-то мне страшно. Твою мать. Это паук из Майнсрафта. Это не из Майнсрафта, это из скрэп-механика, и знаешь, он что-то тоже не очень приятно выглядит. Это SCP-паук. Давай мы его так поставим. А, не, лучше не стало. Тут паутина еще, серьезно? Да, то есть паутинка, ну... Блин, давай, залазь ко мне. Все, будем жить тут. Ну, это точнее, что? Как а мы будем. А, йо, дверь, слушай. И контроллеры, смотри, спрятаны. Где? Были. А паук целый. Подожди, кнопки. Паук живой. Можешь сказать, что оно было на радиоуправлении, вот это вот что-то? Да не, это все на контроллерах. Ну, кстати, он вполне себе неплохо работает. Делал. Ты знаешь, что у меня был паук на контроллерах, которым я ходил завтра? О, чувак, он еще взрывается. Аллах Акбар! Очень много бомб сегодня, да? Ой, а что это такое, смотри. О, тут что-то с кучей из лампочек и соединений. Головоломка, интересно. Глюк Том. Глюк не Том. Что это, о чем это? Глюк не Том. Топ имеется в виду. Ну ладно. Смотри, тут, короче, красный, белый, красный, синий, белый. Ага. Я их уже включил. Ох ты же, ёшки-макарошки. Ein, zwei, palette. Слушай, это выглядит, конечно, эпично. Это ксёнсек. Ксёнсек. Что? Что за слово, буквосочетание? Машина называется в слове три буквы G. Коенигсег. А читается Кёнигсег. Кто его сделал? Кто сделал такое тупое название? Автор как бы этой. Ух ты, слушай, она прям. Хозяин фирмы. Слушай, мне нравится. Понимал, это Кёнигсег это прямой конкурент Бугатти. Бугатти Верон? Да, то есть они там машинки. Слушай, ну она классная. Вот по ездовым характеристикам, вот именно по скорости как-то мне вот по управляемости. Мне кажется, что у нее присутствует баговый поворот. Вот чувствую я. А я вот не уверен. Или ты водишь слишком хорошо, либо слишком задние колеса. Подожди, а вот привод только задний? Вот, по-моему, на задние колеса подается больше мощности, чем на передние. Из-за этого она дрифтит прям, ну, почти идеально. Прям вот очень хорошо. Ну, возможно. Это, знаешь, типа тупо дрифтовая тачка. Чтоб мигалки включить?
О, все. Преследую придурков на оранжевой машине и на зеленом Пежо. Передвигаются в сторону провинции. Выдвигаемся туда, чтобы остановить их. Да, судя по всему, это этот рецидивит запором. Тебе мало было, да, там по три раза сидеть в тюрьме. Его капот открывается, как у настоящего Кёнигсега. Блин, у меня рот ломается от этого названия. Ой, да ладно, оно открылось все-таки. Оно у меня до этого не открывалось. Ого, посмотрим, что под капотом. Ну, смотри, да, треугольничками. Я всегда не против посмотреть, что тут заглючеванные запчасти, кстати, есть, видишь? Ну да. Электродвигатели. Мигалка. Так, вот это вот сирена, по-моему, вот эта вот штука. Вот это вот заглючеванная вот эта штука. Сирена. Слушай, ну, честно говоря, мне что-то кажется, что он не сам это собирал. Ну, а вдруг это чувак 20-летний собирал? Тогда мог сам. Ну, смотри, вот типа... Если это человек, который собрал вот такую машину, да, вот так задекорированную, он не сделает настолько не задекорированную коробку, скорее всего. Ну, типа, она стильная, она нормальная, да, но, типа, очень пустая. Ну, окей, коробка, может, не его. Может, он собрал машину, а коробку у кого-то стырил. Или наоборот. А может быть, это и другое. Никто не знает. А может, чувак сделал машину, потом, блин, так... Ну, вот короче, если человек реально это сделал эту тачку, это просто респектос на самом деле, ну, потому что это реально сложно. Посмотри вот здесь, как сделана вот эта вот гриль сверху, вот эта вот решеточка на, как она называется, на задней части багажника вот тут. На вот задней части багажника? Вот тут вот, там, где я стою, дойди сюда. Смотри, вот здесь, ну... вот здесь решеточка, смотри, как сделано. Ты что, блок какой-то такой, что ли? Это один скосик, серьезно? Второй скосик и диагональный скосик. Ой, как заморочено. Ты ой, понимаешь, а, что там вот еще заглично это. Я все. Когда это вижу, у меня прям, знаешь, такое вот это вот волосики на спинке встают, такой, ааа, кайф. Мне нравится еще подвеска. Ты видел, как подвеска сделана? Вся подвеска по факту перемещена. Да. И по мощности, смотри, он, короче, что сделал. А-а-а, тут вот оно, короче, что так дрифтит до жопски. Блин, ни хрена себе хитрожопая дичь. И смотри, это электродвигатель, тут у них постоянные обороты. То есть да, как бы ты не повернул. Он увеличивает количество оборотов с помощью еще вот этой вот фигни. Получается. А вот передние колеса, они чуть-чуть совсем крутятся. Вот он, хитрый жук. Да, блин, на самом деле офигенно. А стой, вот порожки тоже. Порожки получается тоже в 4 раза мощнее крутятся задние колеса, чем передние, ты понимаешь, да? Да. А посмотри сюда на пороги, тоже заглещевал, смотри, вот смотри, вот это вот. Смотри, вот класс. Да. Вы знаешь, у меня топ-1 переместился к автору этой постройки. Не к автору подарка, потому что, скорее всего, коробку стырили. Да, да. Коробка стыренная, ну, да. Просто вот количество усилий, вложенных в эту машину и в эту коробку, вот оно очень сильно разнится. Обычно люди так просто не делают. Ну, скажем так, у меня коробка была лучше, чем подарок, когда я тебе его делал. Ты его не посмотрел, ты индюк, все, на тебе. Я маслина. Не посмотрел твой подарок. Да, а он больше не работает. Так что там нету просто этого мода больше. Ну что я могу сделать? Всё, я могу на тебя поставить машину. Я это и сделал. Ну спасибо, хоть машина дорогая. Не, класс. Классная машинка. Ты хотел ее себе сохранить? Зачем? Ну не знаю. Ну ладно. Понимаешь, ее название ломает мне язык. Что ты сделал с этой прекрасной, как ее там, я вообще не произнесу это. Кёнигсега. Ладно, просто звук блевания на самом деле для меня это звучит. Понимаешь, что это какая-то фирма из Швеции? Из Китая? Нет, это что-то такое вот нордическое, и там у них можно там йолопуки дапкунайте, вот это вот такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Зачем? Не знаю, хотел тебя пнуть. Зря.
пожалел уже об этом, уйди от меня, пожалуйста, глюченый сорс. Короче, ребятки, вот такие вот подарки были. Реально, большая часть подарков не работает. Если вы хотите прислать свои интересные подарки, просто выкладывайте их с... Пишите версию 0.4.6 и делайте их 0.4.6-0.4.7 версиях, потому что старые версии не открываются. Да. Да. Просто можете как бы опубликовать с словом глюк в названии, и я как бы найду, и если у меня будет время, я посмотрю. Да, кстати, ваш подарок. А если будет 0.4, то как бы это приоритетнее в поиске, потому что, ну камон, она тогда откроется. Я. Вот, всем удачи, ребят, всем бобра. А, да, зайдите еще на канал Сорза, там у него видосики интересные. У меня там нет розовых машин, сразу говорю. Ты подписаться должен на глюка, ты подпишись, если ты не злюка, подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.